Доброго дня. Вітаємо всіх в прес-центрі інформаційної агенції «Уніан». Вітаємо відвідувачів сайту інформаційної агенції «Уніан» і розпочинаємо прес-конференцію на тему. Американська експертна компанія в сфері безпеки, оборони та аналітики. Принципово новий підхід до найбільш гострих викликів у сфері безпеки України. Шановні колеги, хочу попросити дозволу перейти на російську мову, тому що всі наші гості в більшій своїй кількості розуміють російську мову краще, ніж українську. Дякую за розуміння. И еще есть несколько моментов, о которых я хочу вас предупредить перед началом нашей пресс-конференции, о том, что, к сожалению, время пресс-конференции наше несколько ограничено в связи с тем, что сегодня наши гости улетают из Украины. И также сфера деятельности, о которой сейчас пойдет речь, она требует некоторых тонкостей в вопросах, поэтому, к сожалению, не на все вопросы сегодня наши уважаемые эксперты смогут дать глубокие и полные ответы. Но если же ваши ответы все-таки будут, ваши вопросы будут требовать более детальных ответов, внизу ваших пресс-релизов есть имейл, на который можно отправлять свои вопросы для того, чтобы более полные ответы получить. Итак, переходим непосредственно к нашей пресс-конференции. Позвольте представить мне наших участников. Управляющий партнер компании Mosaics International Филипп Дуайер, консультант-аналитик Жан Папан, и здесь представлен также переводчик, который вам будет переводить все, что скажут наши уважаемые гости. Итак, относительно компании. Первое, к слову, я приглашаю уважаемого господина Жана. Прошу вас прийти на пресс-конференцию. Доброе утро. Спасибо за участие в пресс-конференции. Меня зовут Жан, я являюсь независимым консультантом. Буду начинать с общей информации о компании, а потом Филипп будет отвечать на ваши вопросы. Антон, наш переводчик, приведет ваши вопросы. Просьба говорить медленно, когда вы задаете ваши вопросы. Спасибо заранее. Уважаемые коллеги, итак, я приглашаю к слову к главного героя нашей сегодняшней пресс-конференции, управляющего партнера Mosaic International Филиппа Дуайера. Еще нет. Да, пожалуйста. Маленький еще кусочек. Базируешься в Вашингтоне, компания Mosaic International объявит о намерениях предоставлять консультационные услуги и решения в сфере безопасности и обороны широкому спектру компаний в Украине. Mosaic основана в 2011 году и работает на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Mosaic International представит принципиальный новый подход к наиболее острым вызовам в сфере безопасности в Украине. Новая парадигма украинской безопасности компании или New Ukrainian Security Paradigm включает в себя необходимое базовое исследование, анализ и оценку комплекса безопасности и обороны страны, за которыми последуют быстровыполнимые практические проекты реформ комплекса безопасности и обороны с целью превратить устаревший оборонный комплекс в современную и компетентную военную силу, способную выявлять и противостоять широкому спектру внезапных внешних угроз. Помимо чисто военных задач, NUSP, New Ukrainian Security Paradigm, использует разветвленный системный подход для решения общих задач Украины, включая вопросы энергетической безопасности, а также важной роли оборонных реформ в восстановлении экономического и бизнес-климата. Mosaic предоставляет услуги в сфере безопасности, обороны, управления системами безопасности, аналитики и консультирует клиентов по всему миру. Да, вопрос безопасности в Украине действительно очень остро стоит сейчас. Вы хотите, Жан, еще что-то добавить, пожалуйста? Washington DC-based Mosaic International announced that it intends to offer its security and defense consulting solutions to a wide cross-section of private companies in Ukraine. Founded in 2011, Mosaic currently has operations in the Middle East and North Africa and serves clients across multiple sectors. Mosaic International plans to introduce a new approach to addressing Ukraine's most pressing security challenges. The company's new Ukrainian security paradigm, or NUSP, calls for a comprehensive, neutral assessment of the country's defense establishment, followed by a series of rapidly enabled practical security and defense reform projects, which will transform Ukraine's outdated defense complex into a capable, modernized, warfighting force able to deter additional incursions and respond to a wide variety of future national security threats. Rather than only addressing individual security weak points as independent and separate problems, the NUSP takes a sum-of-the-parts approach to solving Ukraine's overall systemic malaise. The NUSP goes one step further by not only addressing Ukraine's military woes, but takes a holistic approach by incorporating other spheres like
energy independence, and the pivotal role security reform plays in reviving the country's economic and business climate. Для уважаемых коллег я хочу просто объяснить нюансы, потому что тонкости той сферы деятельности, в которой работает компания, требуют детальных пояснений переводов, поэтому Жан только что прочитал по-английски то же самое, что он только первоначально сказал по-русски. Теперь непосредственно о самой пресс-конференции и о деталях тех решений, которые предлагает компания Mosaic International в Украине. Details of the solutions that Mosaic International offers in Ukraine. Okay. So it's your Good morning. Thank you. Having long since surrendered its nuclear deterrence capability, we believe that in order for Ukraine to mitigate the risk of further territorial loss, prevent potential economic collapse, and stimulate Ukrainian economic growth, obtain greater financial and security assistance from the West, restore the national morale, and return Ukraine to a state of overall greater system-wide normalcy, it is absolutely critical that Ukraine urgently adopt a fundamentally new approach to solving its national security challenges right now. Philip, sorry, please translate. Здравствуйте все. Хотелось бы добавить, что с момента отказа от ядерного вооружения для того, чтобы избежать рисков дальнейших территориальных потерь, избежать экономического коллапса, также привлечь более плотное сотрудничество и поддержку с Запада, восстановить национальный дух и вернуться к нормальному состоянию вещей в Украине. Украине необходимо срочно и прямо сейчас применить принципиально новые фундаментальные методы к решению основных задач сектора национальной безопасности. We currently operate in various unstable transitioning countries. Ukraine has displayed some of the ominous qualities as other environments that we're currently operating in. We don't want to see Ukraine get anywhere close in comparison to those places. With an unclear future and significant potential risks, anyone with business interest in Ukraine needs not only to be concerned, but also to take immediate action to manage their physical and security risk. В данный момент наша компания ведет деятельность в многих нестабильных странах, которые переживают переходной период. И сейчас в Украине, мы вынуждены отметить, что в Украине сейчас наблюдаются некоторые угрожающие сигналы, похожие на сигналы, которые присутствуют в тех регионах, где мы сейчас работаем. Но мы не хотим, чтобы подобные тенденции как-либо усугублялись в Украине, чтобы Украина, чтобы Украина ни на йоту не приближалась к тем регионам, где мы работаем. Мы не хотим, чтобы... Да. Yeah, I'll just, so real quick, Anton, I'll say it and then turn over to you. Just for a baseline comparison here, we, Mosaics, provide security and defense consulting, security management, and intelligence services to our clients globally. Мы компания, которая специализируется на предоставлении услуг в сфере безопасности, обороны, управления системами безопасности, аналитики и консультирует клиентов по всему миру. Спасибо большое за информацию. Теперь давайте, наверное, перейдем к вопросам, которые так или иначе волнуют всех нас, украинцев. Филипп, скажите, пожалуйста, представляет ли компания Mosaic правительство США в каком-либо качестве в нашей стране? US government in any capacity? No. Could you repeat the question in English? Could you repeat the question for the press? Yes. In English? Sure. Do the translation. Does Mosaic International represent the U.S. government in any capacity? No, absolutely not. We're a private company. We're here to help companies and other organizations inside Ukraine address their security needs. We're here to do business. So again, just to be clear, I'm not here, Mosaic is not here representing any government. Нет, ни в коем случае. Мы не представляем интересов правительства. Мы частная компания, которая планирует вести деятельность, бизнес-деятельность в Украине и помогать нашим клиентам достигать их бизнес-целей, в частности, в сфере безопасности. Нет, мы не представляем правительство. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вопросы безопасности в Украине на сегодняшний момент стоят действительно очень остро. Были ли какие-то контакты, возможно, с деловыми кругами Украины и заинтересованность вот в такого рода консультации? So the issues of security are indeed very crucial and very pressing in Ukraine right now.
Could you share whether you have had already meetings with the representatives of business and other organizations in Ukraine? Yes, just to answer the question very briefly, yes, we have been having meetings here. Just like any company doing its due diligence and research into a market, which we are, meetings are a natural part of that. In terms of specifics, I won't get into them just for confidentiality reasons, but yes, we have been having meetings and discussions here. Чтобы ответить кратко на этот вопрос, да, у нас были встречи с представителями различных организаций, как и у любой другой компании, которая перед выходом на украинский рынок тщательно исследует рынок. И в связи со спецификой вопросов мы не можем детально исчерпывающе ответить, с какими организациями встречались. Скажите, пожалуйста, неоднократно Соединенные Штаты Америки за время всей революции в Украине высказывала свою поддержку украинскому народу. Не кажется ли вам, что в вопросах безопасности тогда правительство США могло бы делать более серьезные шаги в плане обороны и обеспечения обороны Украины? On many occasions, the U.S. government has voiced strong support for Ukrainian people. However, do you think that the U.S. government might have taken more serious or considerable steps to assist the Ukrainian? Could the U.S. government have taken? Yes. Okay, well, so I'll just go back real quick. I mean, again, I'm not here representing the U.S. government, so I can't speak to what they are or are not doing. But I can tell you, from my point of view, solving security issues is fundamental to improving the Ukrainian economy. I think that foreign investors and companies are much less likely to engage inside of the Ukraine if they see volatility and instability. And quite frankly, that's what's seen right now. Mosaics is here. В первую очередь хотелось бы вернуться к ответу на предыдущий вопрос и сказать, что мы не представляем правительство Соединенных Штатов, но хотелось бы от себя отметить, что все-таки вопросы в сфере безопасности, они являются очень-очень важными, и иностранные инвесторы действительно намного менее вероятно, что иностранные инвесторы будут хотеть заходить в Украину, если будет наблюдаться нестабильность в вопросах особенно безопасности. И волатильность. Да, это есть нестабильность. Тогда еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, то есть вашей работы в Украине и консультации в Украине до этого момента не было? Mosaics International до этого в Украине не работал и консультации не проводил. Однако есть опыт работы во многих других странах. Страны так или иначе отличаются друг от друга спецификой своей жизни и в том числе и людьми. Как вы считаете, будут ли ваши консультации и решения полезной для Украины? Будет ли успешной деятельность? Mosaics International has worked in a number of countries, and these countries, in a way, every country is different. However, there are some trends that might be similar. Do you think that your experience of work in other countries will benefit your work in Ukraine? And and another part of the question is, Have you had experience in working with Ukraine? И будет ли успешная деятельность, добьется ли успеха? And do you believe you're going to be successful in this market? Можно еще раз повторить вопрос? Я спросила о том, что уважаемый Филипп сказал, что компания имеет опыт работы в разных странах. Вот. Но страны отличаются друг от друга, то есть специфика стран отличается. Мой вопрос был в том, что до этого компания в Украине не работала. Считает ли Филипп, что решения, которые будут применены здесь, будут успешными, и деятельность компании будет успешной? So, let me repeat the question. Okay, please. Mosaics International has worked in a number of countries. They have, they differ from each other. Yeah. And you get very... get different experience, even though there are some similar trends. However, you have not worked in Ukraine in the past, so do you believe that your
Do you believe that your experience working in other areas will help, will be useful for you to work in Ukraine, to become successful in Ukraine? Or perhaps what makes you think you'll be successful here in Ukraine? Yeah. Okay, that's great. So there's a lot in there. Let me break this into a couple of pieces. So the first thing that I'll tackle is, do we think that we can be successful inside of Ukraine? Здесь у этого вопроса есть несколько составляющих. Я хотел бы разбить его на маленькие подвопросы. Первый вопрос, что дает нам возможность думать о том, что мы будем успешными в Украине? And that's a great question. So I'll tell you first off, on a previous trip, I flew into town and I met some colleagues and some friends and we went out for dinner one night. And dinner included sala and borscht. And I knew after that evening was done that failure wasn't an option for us because I was here to stay. So in all seriousness, though, success is obviously something that we're striving for here. The technical fundamentals of security and what security is all about are the same regardless of where you do it. So from that point of view, we bring expertise to the table, and that I think is going to facilitate success here inside of Ukraine. Go ahead, Anton. Ну, хотелось бы сказать сначала, что когда я первый раз приехал в Украину, мы встречались с моими бизнес-партнерами, и мне удалось наконец-то попробовать сало и борщ, я понял, что мне здесь очень нравится, и я хотел бы здесь остаться. Но если говорить серьезно, то безопасность – это довольно точная техническая дисциплина, и ее безопасность и управление рисками. И фундаментальные основы одни и те же, независимо от того, где вы работаете, в Украине или в другой стране. Но есть ли тогда примеры каких-то мест, похожих на Украину, где уже работала? Это еще также вот вопрос. Который... So another question to clarify. Are there other countries where you've had experience with which would be useful for the Ukrainian experience? Yes. Yes, I think so. Currently now we're engaged in the Middle East and North Africa. Countries like Libya, Egypt, and Yemen. And I see similarities at a high level there. Да, я могу сказать, мы работаем на странах Ближнего Востока и Северной Африки, в частности, в Ливии, Египте и Йемене. И да, действительно, мы наблюдаем некоторые схожие высокоуровневые тенденции. I'm not comparing Ukraine one for one to those countries, but if you really dive down deep, I think you'll find similarities in the nature of these transitional environments. И я не хотел бы напрямую сравнивать ни в коем случае Украину с этими странами, но если углубиться в эти процессы, вы можете наблюдать схожие переходные тенденции в этой среде. Each of the countries that I just pointed out here, I think we can all agree to a certain extent, continues to struggle with rapid changes in their economy, in their politics. And all of that has led to instability and insecurity. Каждая из этих стран сейчас, можно сказать, переживает переходной период как в вопросах экономики, так и в вопросах безопасности. В том числе это приводит к нестабильности и волатильности, можно так сказать. То есть изменчивости среды, в частности, в сфере безопасности. So, Irina, if I can, I want to go back to the success part of the question first. The couple more points I want to make there. I think critical to success, at least from our point of view, is going to be our philosophy. И возвращаясь к тому, почему мы надеемся, что мы будем здесь иметь успех, это наша философия в первую очередь. Our intent is to work with clients and work with them so that we demonstrate that security is an enabler. It is not a constraint. It is meant to enable business. It's meant to enable functions. В первую очередь мы хотим сказать, что безопасность. Мы считаем и мы уверены в том, что безопасность это не ограничивающая сфера. Это не сфера, в которой та или иная организация испытывает ограничения. А наоборот, это сфера, которая позволяет организации получать дополнительные возможности. Okay, so just to continue on that a little bit further, I'd also say that
in terms of implementation, we bring expertise to the table relative to implementing security solutions. И у нас есть экспертные знания и опыт в сфере именно реализации решений в сфере безопасности. Of course, thought leadership and generating ideas are very critical, but where we excel additionally is in putting those ideas into reality. Безусловно, мы привлекаем, можно сказать, лидеров мнений. То есть у нас есть много новых и передовых идей, но то, где действительно у нас хорошо, то, чем мы отличаемся позитивно, это именно реализация. То есть мы берем хорошую идею, и мы делаем из нее отличную реализацию. Это специальность компании, можно сказать. Okay, I'm sorry, just one final thing if I can. I truly believe for anybody to be successful here doing what I'm doing, there's got to be an understanding that security is a holistic issue. It spans functions, it spans areas. Для того, чтобы достичь успеха, я считаю, необходимо понимать, что безопасность — это системная. Это системная область, которая пронизывает остальные области деятельности организации. И должен быть системный подход именно из-за этого. I'm almost there. Why I think we, why I truly believe that we're good at what we do, and why we view this as a fundamental success factor, is that we get that context. We understand that security is integrated in everything. It's integrated in all levels of society. И почему я верю действительно, что мы будем успешными? Потому что мы понимаем, насколько важно целостно воспринимать безопасность как часть, к примеру, общества. It's directly related to the economy. I mean, I can draw a bridge between the price of bread on the street here in Kiev and security challenges that are facing us at the national level. Точно так же пронизывает безопасность и экономику. Например, можно напрямую соотнести цену хлеба или цену базовых товаров в магазинах с той безопасностной обстановкой, которая происходит сейчас в Украине. So we bring that context to the table for our clients when we're addressing their security issues, their problems. И мы даем нашим клиентам контекст в сфере безопасности, который дает им возможность решать эти проблемы. Спасибо. Я хотела еще уточнить. Комплекс системных решений, которые предлагает ваша компания, она может быть реализована на базе только, например, частных структур или также на государственном уровне? So you mentioned a comprehensive complex of security measures. Do you believe they can be implemented only within private or business entities or also in other entities? Can those be applied to the government sphere? Yes. Yes, thank you. Absolutely. I believe that those measures can be implemented in private industry just as well as they can be implemented in government. Absolutely they can. Да, абсолютно. Я считаю, что эти меры применимы точно так же, как к бизнес-структурам, они применимы к правительству. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста. Називаємо себе і Дмитро Хилюк-Уніан. У мене запитання до пана. Я прошу прощення, що да? Я прошу прощения, наш уважаемый гость еще хотел спросить последний вопрос о впечатлениях об Украине. Мы, по-моему, говорили, да? Сейчас. Да. Пожалуйста, если есть моменты, о которых нужно еще обязательно сказать, давайте мы об этом скажем. Да, ну и тем не менее, последний вопрос, который все-таки я должна спросить, как хозяйка этого зала, как в Украине. Ваши впечатления об Украине? Это важно. As a Ukrainian, I just need to ask you, as your host, I should ask you, what are your impressions of Ukraine? I appreciate you asking the question. I want to give you a couple of impressions that at least I've got of Ukraine. Да, конечно, я хотел бы поделиться своим хотя бы несколькими впечатлениями, которые у меня есть об Украине. First and foremost, security is absolutely intertwined with serious issues that Ukraine is facing right now. That's
Я вижу, что безопасность, она сейчас... Многие проблемы Украины, которые сейчас есть, и многие процессы, которые происходят, они напрямую связаны с безопасностью. And because of that, my impression, my observation is that Ukrainians are fighters, and I don't just mean in the literal sense. И в этом контексте я заметил такую, у меня такое наблюдение. Мне кажется, что украинцы — это по-своему такой боевой народ. И я не имею это в прямом смысле слова, имею это в виду. So just a couple of quick anecdotes to relate around that. И я вам хотел бы поделиться парой историй по этому поводу. About a week ago, I was walking down the street and I bought a cup of coffee, an espresso, from a barista on the corner, not far from here at all. И как-то прогуливаясь по Киеву, я купил здесь на углу кофе у просто у человека, который продавал кофе на улице. Young man came from the east, was displaced because of the violence and had to relocate here to Kiev. Он приехал сюда с восточных регионов, ему пришлось переехать в связи с событиями. Mechanical engineer in by education standards. He's a trained mechanical engineer and he is on the street corner today selling coffee because he's got to make a living. And he's got to support a family. That, to me, is being a fighter. И будучи инженером-механиком по образованию, он сейчас вынужден переехать в Киев и заниматься мелким предпринимательством для того, чтобы поддерживать, содержать свою семью и зарабатывать себе на жизнь. Вот это, мне кажется, и есть боевой дух. And I think that story is parallel through much of the rest of the country. That story resonates almost everywhere inside of Ukraine, unfortunately, right now. Which brings me back to the fact that security is intertwined with the economy, and it needs to be addressed. И можно сказать, в каком-то смысле, к сожалению, эта история, она одна из очень-очень многих, которые сейчас происходят в Украине. И поэтому могу вернуться к своей теме и сказать, что безопасность действительно, вопросы безопасности действительно очень сильно сейчас влияют на, в частности, экономику страны. Спасибо большое. Переходим к вопросу. Глюконян, моє запитання до пана Філіпа. Я переведу сейчас. Скажите, будь ласка, чи пропонували ви свої послуги уряду України? Якщо так, то з ким зустрічалися, або якщо ні, то з ким плануєте зустрітися? І можете в цілому оціночно сказати, наприклад, до прикладу, для реформування української армії, скільки потрібно часу і скільки потрібно коштів? Я спрошу вопрос по-русски, да, щоб було понятно. Да? Були ли встречі на государственном уровні? Если да, то с кем, можете ли вы об этом говорить? И второй вопрос относительно реформирования украинской армии. Если вы считаете, что есть какие-то моменты, которые можно озвучить, то мы просим вас это сделать. Do I translate? Yeah, can you please? Yes. So have you had prior meetings with the governmental agencies? And if yes, who specifically have you met? And could you share at least generally what you have discussed? And another question is regarding the reform of the Ukrainian army. Is there something, some opinion that you have that you might share? Okay, excuse me. So just to the first part of the question, yes, I have met with the government, but as indicated earlier, I can't get into specifics about who and what those topics were. Да, мы действительно общались с представителями украинского правительства, но в связи со спецификой тем мы не можем конкретнее рассказать, ни с кем мы встречались, ни о чем. Соглашению не подлежит. Да, мы здесь действует политика конфиденциальности. But relative to reform, which I think was the part, at the heart of the question, does the military need to reform? I certainly believe that it does. What I know, there's been a lot of work done. There've been people here, obviously, before us who've been looking at this topic. Various folks have come in, done reviews, other Americans, other groups. In order for us to really come at it with a detailed answer, we'd have to do the same kind of analysis. But yes, absolutely, reform needs to happen, without a doubt. С точки зрения реформ, да, абсолютно необходимо, чтобы в украинской армии произошли реформы системного характера.
Но и могу сказать, что да, действительно, мы были уже, мы наблюдаем, что были уже представители многих организаций, и в том числе американских организаций, которые приезжали и изучали этот вопрос. И мы можем сказать, что нам нужно для того, чтобы понять специфику этих реформ, которые должны произойти, нам нужно провести системную базовую оценку. I can tell you that system-wide reform would have to start with a very comprehensive assessment, and then after that assessment was completed, and those, excuse me, those gaps identified. И как мы говорили, такая оценка должна быть проведена системно и всеобъемлющая. Должна быть определена базовая линия, то есть то, что есть сейчас, и то, что в идеале ожидается, и должны быть определены разрыв между тем, между желаемым и тем, что существует на данный момент. Also, as part of that, can I just interject? The analysis, the assessment must be a sum of the parts assessment, rather than focusing on individual problems. For example, just night vision wear, lack of equipment. There needs to be a sum of the parts analysis, just like the solution needs to be sum of the parts. И хотелось бы от себя добавить, что решение должно, точно так же, как и решение, должно быть комплексным и всеобъемлющим для реформирования армии, так и оценка должна быть комплексной и всеобъемлющей. То есть мы не можем просто фокусироваться, например, на проблемах приборов ночного видения или тепловизоров, которые могли бы быть нужны. Мы должны произвести общую оценку, и она должна быть суммой или немножко большим, чем суммой составляющих отдельных. Good. That was a great question. Thank you very much. Спасибо большое за вопрос. Так, все, уважаемые коллеги. Да, называйтесь. Василий Короткий, Укринформ. У меня вопрос по поводу, как вы оцениваете вовлеченность России в события на Востоке? Как вы их можно определить, как вы их определяете? Можно вовлеченность, простите, я уточню. России. Вовлеченность имеется присутствие России в Украине, да, вы имеете в виду? Да, насколько Россия вовлечена в эти события. Угу. Можно ли говорить как о необъявленной войне или как о unconventional warfare? И какие цели преследует Россия в Украине? То есть на основе экспертной оценки, да, которую... Ну, да. Просто да, я прошу прощения, буду несколько перефразировать, потому что наши гости русский язык понимают, но тем не менее, чтобы было понятно. Итак, по вашему экспертному мнению, насколько Россия присутствует в военных действиях на Украине, вот, и каковы ее цели в первую очередь, на ваш взгляд? So how would you assess and how would you define Russian involvement? So the scale and the definition. And what goals do you believe Russia might be pursuing here in Ukraine? Great question. Thank you for asking that. I'll just start off by telling you firsthand, having not been directly involved in the engagement, I certainly can't comment on the extent or the intelligence that would answer the question about the extent of Russian involvement. Could you rephrase that again? Because... Yeah, so I certainly can. Having not participated directly, and I haven't been privy to the intel and the information that would ultimately illuminate the young man's question about Russian involvement. Мы не располагаем, то есть у нас нет доступа к тому объему развединформации или да информации, которая могла бы нам. You need to say we weren't involved in the process. We weren't involved in that process and didn't have first-hand information as a result. Да, мы не имеем доступа к тем процессам, которые бы нам открывали информацию, при помощи которой мы могли бы оценить масштабы российского присутствия в Украине. What I can say though is that part of this new Ukrainian security paradigm that we mentioned earlier, it includes components that we feel that the Ukrainian defense establishment should address, like intelligence gathering capability, counterintelligence capability, and things like that, which directly relate to the question that you're asking. So, но мы видим те сферы в рамках нашей новой безопасностной парадигмы. Мы видим те сферы, в которых Украине необходима реформа, в том числе в таких вещах, как сбор и анализ разведывательной информации, контрразведка и другие сферы.
То есть ваша программа, вот, которую вы предлагаете, о которой мы не можем детально сейчас говорить, она включает и вот эти моменты, о которых вы сейчас вы сказали. То есть системный комплекс по всем участкам вот, оборонной деятельности Украины. So the program that you're offering is includes a comprehensive review of a number of spheres in the Ukrainian defense complex. It does. So what we've suggested, at least, vis-a-vis the new Ukrainian security paradigm. То, что мы сейчас предлагаем, то, что называется новой безопасностной парадигмой Украины. It is, in fact, a wholesale assessment, assessment of the some parts of the defense establishment, followed by specific projects that will address the gaps that are identified. Это та комплексная оценка всех разнообразных сфер деятельности и сфер безопасности, за которой последуют в проектном режиме точечные реформы различных секторов безопасности и обороны. Addressing those gaps moves the defense establishment, I believe, closer to being the modern, fully capable warfighting machine that it can be. And then I think that addresses macro level issues that we've put on the table here. Решение этих проблем и решение этих разрывов между между фактическим состоянием и тем, что должно быть, оно приближает это решение приближает украинскую армию к и оборонный комплекс к тому, чтобы быть современной боеспособной, можно сказать, военной машиной. Спасибо, коллеги. And what goals of Russian aggression in Ukraine? Goals. Какие цели? Какие цели? Можно задать вопрос по-русски, пожалуйста. Пожалуйста, да. Какие цели российской агрессии в Украине? То есть что преследует Кремль? Но по вашему мнению, как экспертов, какие цели в первую очередь преследует Россия в Украине? What do you believe is the goal of Russian Russian activity? Yeah. So what is Russia? What is the Kremlin after? Well, I think to answer that is to speculate. I mean, I certainly wouldn't even begin to speculate. I mean, there's a whole host of issues that it could be, but I won't speculate on it. Тут, в принципе, таки открывается спектр к спекулятивному какому-то мнению. То есть можно в принципе, делать какие-то оценки, делать какие-то предположения, но я не хотел бы делать предположений. Тогда расскажите, пожалуйста, как вы собираетесь работать в Украине? Вот у вас сейчас нет информации, чтобы оценивать происходящее. То есть как вы будете работать? Сколько у вас человек здесь будет, команда какая работать? Как вы будете собирать эту информацию, чтобы оценивать правильно? Я немножко тогда перефразирую вопрос. Да, вот представленная вами программа, о которой мы сейчас говорили, она уже разработана с вашими экспертными какими-то оценками. Мой коллега в первую очередь спрашивает, если компания начнет работу, сколько здесь будет людей и какой еще будет сбор, возможен сбор информации, да, для того, чтобы более детально. Но они сейчас не могут оценивать. Нет, почему? Оценка была сделана. Просто наши гости сказали, что они не имеют полного доступа, потому что, ну, к сожалению, там в силу каких-то нюансов. На основе чего вы тогда будете в дальнейшем делать реализацию? Будет ли присутствовать компания физически, в том числе и в Украине? Какое количество экспертов и когда вы планируете уже полноценно стартовать? How do you plan to obtain the intelligence information in order to make your comprehensive assessment? And do you plan to have a presence in Ukraine? And if so, what kind of presence is it going to be? And how many people are going to be involved here? Yeah. Okay, great question. А есть еще журналистов, которые имеют вопросы? Да. Да, пожалуйста, тогда очень короткий ответ, да? Давай, Иван, да? Да, я... Не проблем. Давайте пока. Уважаемых журналистов. Да, пока. All right, well, let me get to the young man's question, and then I think we'll move on here. So, in terms of how big we are, what size teams, it's all very early. I mean, I can't answer that now. It's too early, quite frankly.
Честно говоря, рано сейчас рассуждать, какая будет у нас, какого размера будет команда, это много от чего будет зависеть. Тогда мы... Да, sorry, just one more. No. I can tell you that our approach, regardless of who the client is, will be to work with them to understand what the specific challenges are, and then where we shine, if you will, is when we bring expertise to work with them to develop the solution that addresses that particular security challenge. Мы планируем работать напрямую с нашим клиентом, то есть кто бы это ни был, мы будем работать с ними напрямую, получать от них информацию относительно того, какие у них есть потребности и какие проблемы. И наш подход заключается в том, что мы будем привлекать экспертов, наших экспертов для точного решения этих проблем в том числе. Я благодарю Филиппа вас. К сожалению, мне только что поступила информация. Или еще один вопрос? Еще один вопрос. Последний вопрос, пожалуйста, очень коротенький. Да, Украинское радио, Наталья Чебанна. Я хотела задать такой вопрос. Все государства мира, самые развитые, самые международные организации не могут гарантировать Украине на данный момент даже маленькой толики безопасности. Ни как государству, ни представителям бизнеса, ни конкретно каждому человеку. То есть мы все видим, что с бизнесом происходит на Востоке. Мы все видим, что происходит с бизнесом вообще, с экономикой Украины и вообще с государством Украины. Пытаются решить проблему на самом высшем уровне. Америка, Европа, понятное дело, международные организации, правозащитные организации. Не добиваются успеха. Что дает вам уверенность в том, что именно вы добьетесь успеха? Потому что вот чем вы оперируете таким? К данным вы не имеете никакого. Ну вот вас не допускают к каким-то данным. Вы не можете там прогнозировать развитие событий. Что вам дает уверенность в том, что вы будете успешны? Хоть в помощи бизнесу конкретному, хоть в помощи целого вообще государства. Okay. We can see that there are some very in-depth problems with security, starting from the citizen running through business and ending with the whole government. And these problems have been indeed so deep and systemic that there have been a range of actors trying to resolve these problems, starting with businesses, going on to governments of such developed countries as the United States, the EU, and others, and also spanning to international organizations and rights protection organizations, right protectors, other international organizations and supranational organizations. Everybody is trying to resolve the issues that are happening right now, the issues that are prevalent right now in Ukraine. And what makes you think that result, right? But without any kind without any kind of tangible result as of now, because we can see that what's happening to the economy, what's happening to the business. So what makes you think that you can make a difference, you can be successful, given the fact that in a way, you're right now, you do not have access to full information on what's happening in Ukraine? Okay. Well, great question. Thank you. I want to say a lot here. I'll keep it fairly short. Clearly, solving the challenges here from a security point of view inside of Ukraine require a considerable effort. On behalf of lots of people and lots of entities. Спасибо за вопрос. Очень много хочется сказать, но я постараюсь быть кратким. Безусловно, те проблемы, которые мы сейчас видим в Украине, они требуют просто колоссальных титанических усилий для того, чтобы их решить. I am here to help start taking small steps forward, helping clients address problems. You're absolutely right to point out that security starts with the individual citizen. Security is very personal. The violence realized from a lot of these challenges is very personal. And you're right, it permeates all levels of society. И да, действительно, вы правду говорите, что проблемы безопасности, они настолько всеобъемлющие, что они начинаются с индивидуального гражданина и пронизывают все сферы человеческой деятельности. And we're here because we recognize that Ukraine needs help.
And we think that we can give it based on our particular skill set. И I'll translate the chunk that I left out from the previous one and then go on to the... И мы считаем, что у нас есть возможность сделать хотя бы те небольшие шаги в сфере реализации проблемы. As a start. Для начала. Another point that I'd like to make is that we are different from we're not the government, but if you compare process and how we approach things, we're very different. We work within the constraints of budget, of timeline, and of our clients' expectation. I'm certainly not saying that the government counterparts don't approach the situation the same way. I'm saying that as a private company, as a commercial entity, I'm here to deliver according to client expectations. Now, is that going to be all-encompassing? No. I mean, again, our approach is to come in and to work with clients and start to address these kinds of problems on an individual, small basis. And then where we can make positive impacts one at a time, we keep going. В отличие от правительственных организаций, мы, как частная компания, мы умеем и мы хорошо работаем в... учитывая ограничения проектные, такие как бюджет, такие как время и такие как ожидания наших клиентов или тех, с кем мы работаем. Поэтому мы готовы приходить к каждому клиенту, выслушивать его индивидуальные потребности и решать его проблемы, будь это большие системные проблемы или его точечные проблемы, по одной и... И стараться, в общем-то, делать хотя бы какой мы можем вклад в решение этих проблем. Okay, I guess just one final thought on that, on your question there. I think our size is advantageous. I mean, we can come in, being small in this particular case is advantageous to coming in and addressing problems, because again, We know what we know. We're experts at what we do, so we can get in and make a difference, regardless of where it is, very quickly, very quickly. И то, что мы небольшая компания, дает нам в принципе преимущество, потому что мы очень мобильные и мы можем, можно сказать, мы легки на подъем, мы можем приехать и приняться за решение проблем. And, ladies and gentlemen, and one more thing, just as part of that the company, as a private company, runs on the basis of efficiency. As a result, it gives it a natural advantage to the other constraints and limitations that face governments and many of the organizations that you mentioned. И будучи частной компанией, мы работаем на эффективность, что делает нас, что дает нам преимущество по сравнению с правительственными и другими организациями. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Теперь уже я начинаю переживать, что вы не опоздали на самолет. Спасибо за ваше участие. Божественно гостеприимство. Слава Украине. Героям слава, да. Дякую вам.